Всем привет, друзья! С вами Малдер, и мы продолжаем играть в Resident Evil Village. Колбуту мы достали в прошлой серии. Я давненько не играл, правда, в эту игру. А знаете, что меня еще и заинтересовало? Подождите, а сколько у нас ебашит гранатомет? 1200, блядь. 1200, серьезно, блядь. У нас даже вот этот тут мощнее. Ладно. Так, колба. У нас последняя осталась. Мы остальные воткнули. Ладно, пойдемте. Пойдемте к этому алтарю. Погода хорошая. Вот что радует, действительно. Шоу продолжается. Козлы тут будут у нас нападать? Тут, блядь, мы сколько их? 3 штуки, что ли, подбили? Ладно. Идемте. Давненько не играл в игру. Что-то, блядь, некогда все было. Так что могу затупить. А вот туда. Нет, не туплю, смотри-ка. Нашли сразу выход к алтарю. Там, кстати, еще какая-то у нас есть чуть дальше. Сейчас покажу, где. Чуть дальше, вон по той дороге. Какая-то шкатулка есть. А как ее открыть, хрен его знает. Ну ты че? Я безмерно счастлив, что вы вернулись живым. Само собой. Ну-ка, давай посмотрим, чем продать можем. Большой кристалл. Кристальный череп. 8 штук, ничего себе. Есть один, так, все 8 мы продадим. Ага. Отличный кристальный череп. Кристальный молот. 35 тысяч. Это с Деда Мороза у нас выпало. Тарелка Гульельмо. Я вот не знаю, тарелку мясо птицы нет, продавать не будем. Рыбу тоже. Тарелка-то у нас как бы... Я сомневаюсь, что ее можно соединить с чем-то. Это, наверное, просто украшение. Ну, а хрен его знает. Ну, давайте попробуем. Подождите. Обменять на лею. Сейчас глянем. Я добыл для вас новые товары, мистер Уин. Скажите, если найдете еще что-то ценное. Я скажу обязательно. Погоди, тарелка. Нет, ее соединять ни с чем нельзя. У нас вот ожерелье еще осталось. Его надо с чем-то соединить. Наверное, какой-нибудь камешек. Блин, главное, чтобы я не проебал его где-то. Этот камешек. Тарелка, 25 тысяч. Продаем, да? Продаем. Оружейное. Что там? Боезапас. Урон, блядь. 48 тысяч, нахуй. Сука. Пиздец, нахуй. 48 тысяч, блядь. А почему тут гранатомет нельзя улучшать, блядь? Я бы улучшил немножко. 48 тысяч. Ну, пока нет. У нас ничего улучшать нельзя, кроме боезапас. Ну, мне кажется, для снайперки 9 патронов в магазине это как бы нормально. Ну, хотя давайте еще сделаем, а что нет-то. Сделаем еще. 11 тысяч. Сколько там уже? 16 получается. 16 тысяч. Так, 16 тысяч. 18 тысяч перезарядка только стоит. Я ебу, блядь. 48, 21. Ну, у него урон, блядь, 1700. Я добыл для вас новые товары, мистер Уинтерс. 1700 урона. Чё ты тут добыл, блядь? Тебя нет ничего, пиздишь. Толстая тварь. Толстая морда. Новые товары. Это что такое? Это для винтовки. А для... Смотрите, а для револьвера у него нет патронов. Кухня. Кухня. У нас тут два блюда осталось. Рыбы не хватает и птицы. У нас тут мяса-то полно. Да, рыбы. Действительно, очень мало. А где-то еще есть наверняка? До новых встреч. До новых встреч. Ну что, господа и дамы, давайте-ка последнюю колбу-то мы с вами всунем. Колба с туловищем. Стеклянная емкость с лошадью и подковой. На этикетке имя Розы и слово «туловище». Найдите Гейзенберга. Погодите, очень странно.
Оттуда мы пришли, правильно? Там мы были. Там Моро. Тут кукольница. А здесь ворота-то они открыты были. Правда, огоньки не горели. Погодите, давайте сохранимся. Тут же есть у нас сохраняшечка. Сохраниться где? Сохраниться 16 число. 12, а сегодня какое? Сегодня 19. Так, 19. А, слушайте, наверное, эту хрень надо поставить на ту кнопку здоровую. Или там же у нас еще алтарь есть. Ну-ка, погоди, рукоятка, чаша гигант. Огромная каменная чаша размерами с постамент. В ней можно уместить 4 колбы. Сука, точно. Сейчас мы ее, наверное, поставим туда. Но я бы хотел еще открыть сундучок. Блин, тут трупы нахуй. Откуда тут взялись-то, блин? Вроде не было никого. Живой? Ну как живой? Ну как живой? Где ты в какой-то... Нет, не здесь. Где-то в какой-то комнатушке были... Был... Точнее, вот он. А как его открыть-то? Ну-ка, с шестикрылым. Блять, не подходит, наверное. Ну... Ключ железной отметки, мы пробовали, чаша гиганта, колесо колодца, фото. Железный ключ с отметкой. Нет, не подходит. Давайте, у нас что, ключ Димитрески, блядь, тоже не подходит нихера. А у нас ключей-то больше нету. Если так разобраться. Ну, карта. Карта. Тут самое смешное, что он даже не показывается, блядь, что его открыть можно. В смысле, не то, что открыть можно, не показывается, что здесь есть сундучок этот. Ладно. Где-то должен быть специальный, что ли, для него какой ключ-то. Ты живой, блядь, нет? Блядь, даже проверять не хочу. На тебя патроны еще тратить. Хотя у нас патроны. Патроны пока есть. Спуститься к лодке. Сука, там ящик стоит, ты погляди-ка. Ну-ка, давай-ка. У нас рукоятка-то есть. Это мы сейчас мост спустим, а зачем? Нам же явно не... Погоди, погоди, погоди. Вот лодка. А у нас где-то фотография была стоять. Да нет, а нихуя. У нас где-то фотография была. Сокровище, что ли? Где? Фото неуловимой рыбы. Вот, лодка, блядь. Точно это место, блядь. Я вам стопудов говорю. Где-то здесь неуловимая, мать ее, рыба, блядь. Так, убери, блядь. Убери. Давай мы просто сломаем. Снайперка. Ну, ёб твою мать, у нас нету места. Охренеть просто. Это очень-очень печально. Я так понимаю, что у нас рюкзак уже не увеличится, что ли? Сука. И сгруппировать предмет я тоже не могу. Группировать тушь некуда, блин. Где-то тут рыба, блин. Ну давай сядем в лодку, блядь, что делать-то? Где-то тут рыба, блядь. Заводи мотор, блядь, заводи баркас. Сюда вот если мы поплывем. Сюда мы... Мы можем, блядь. Какой-то очень узкий канальчик. Я не знаю, куда нас тут приведет. А мы здесь были вообще? Горный ручей, ну так-то вроде были. Так-то вроде были. А вроде и не были. А вроде и не были. Погоди, погоди, тут еще один мост. А, или не... Колодец, блядь, есть, прикиньте. Ну-ка нахуй.
Давай-ка мы рукояткой воспользуемся. Сейчас опустим его. Там есть колодец, в котором мы еще не были. Ну, дом. Точнее, который еще ведро не поднимали. Но дом. В доме были, бляха-муха. Так. А это куда ведет, блин? Куда вот это ведет? Да сука! Ёбаный рот. Там виноградник. Виноградник, да? Виноградник. Сука, как тут я не пройду туда, что ли? Бляха-муха, прохожу. Стоять! А мы... Чё мы, блядь, тут делали? Мы ж Димитреску здесь ебашили, правильно? Вот на этом доме. По-моему, да. А почему мы тогда колодец не подняли? В доме-то мы точно были. В домушке-то мы в этой были. О, так, закрыть что-то там не надо нам. В домушке мы были точно. Тут машинка и что-то почитать есть. Ну-ка. Я доделал вещь из того заказа. Отнеси его в дом с красной трубой. Иди через пещеры, потом через развалины, а дальше по деревне. Заказ, да? Ну-ка. Может, у меня, конечно, сортир открытый, блядь. Сортиры я все открываю. Может быть, конечно, у меня еще не было рукоятки вот этой вот. Точнее, колесо от колодца. Я вот не помню, в какой момент мы ее нашли. Что, лестница? Да ты че, блядь? Хуя себе. Блин, надо было, может, сохраниться нам. Там в колодце-то хрен его знает кто. Может, девка, блядь, из... Как фильм-то, блядь, назывался, уж забыл. Звонок, звонок, да. Водичка зеленая. Ого. Это что за нахер? Между прочим, тут шипы. И мина. Это какая-то загадка, что ли? Ну, тут дверь есть. Надо, наверное, как-то подвинуть, что ли? Тут дверь открывается. Блять, да ладно, заперто с другой стороны. Что, смеетесь, что ли? Еще одна телега, блядь. Что-то есть. Самодельные бомбы. Ну как не? Ну, у меня бомбы есть, кстати. У меня бомбы 5 штук аж. Вот это, наверное, надо самодельные бомбы. Ох, ёпта, блядь. Погоди, блядь. Погоди. Давай выберем самодельную бомбу. Выбрать. Так, ладно, подожди. Не вышло. Сука, а что она не взрывается-то? Так, ладно, не свезло. Тут что? Нажать. А я могу как-то это передвинуть? Так, это загадка. Загадка, надо нам пройти туда. Как-то. А как? Подвинуть, допустим, да? Не можешь обратно? Хуёзный. Так, подожди, тут сено у нас. А это тоже наполовину. Блин, она не подвинется. Ну. А чё, куда ты толкаешь? Я назад же жму. Нет? А. Итак. Итак, и чё, блядь? Я, наверное, смогу пройти сейчас сюда, да? Отлично просто. Какое-то очко. Стоять.
Фугасы. Да ну как нахуй нет места этот пидоры, блядь. Фугасы-то, фугасы, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, а как мне их зарядить? Хотя, чё я как зарядить? Никак, блядь. Здоровье у меня нормальное. Чё-то выкинуть бы. У нас давайте глянем, что мы можем выкинуть. Тут что такое? Патрон для пистолета стандартные. Я понял. Закрыть снаряжение. Там чемодан. Оп, взяли. Один фугасный патрон. Зарядим сразу. И у нас ячейка должна... Да, освободил. Ты убери волыну-то, блядь. Там какой-то чемоданчик. А ну-ка, убери свой чемоданчик. А мы взяли там эту самую гранату? Вроде взяли, да? Свет шумовой. Открыть. Большой кровавый рубин. Есть. Ого, погоди, я, наверное, сейчас соберу эту хрень. Где? Нет, нет, нет. Да? Объединить. Точно, блядь. Есть. И сколько это, интересно, сейчас стоит? Это вертеть нельзя никак? Все понятно. Очень ценное. Жерелье Димитреску. Золотое жерелье с двумя рубинами. Очень ценное. Где-то я тут видел светошумовые. Взять. Так, а куда мы это все положили-то, блядь? Светошумовые у нас тут есть ячейка. Для светошумовых. Очень много барахла всякого. Ну и чё, и куда я тут? А, всё, я понял. Теперь открыто. Это мне на башку не ёбнется, я надеюсь. А если, блядь? А будет больно, блядь? Нет. Чё-то, блядь, закрылось, нахуй. Блять, это очень опасно. Ну, нет, отмычка, блять. Нормально, нормально. Я только вот заикнулся, что нет у нас третьей детали к этому ожерелью. На, пожалуйста, нашли. Чисто случайно, на самом деле. Ладно. Колодец, значит, у нас на карте все сделано. Сейчас мы сохранимся здесь и пойдем. Поплывем, точнее. Поплывем дальше. Искать рыбу. У нас даже место, по-моему, под рыбу есть как раз. На лодочке. Моторочке. Я надеюсь, ее не спит. Блин, подожди, не сюда. Не сюда. Стой, а тут тогда что там за сокровище? У нас же тут где-то сокровище было. Вот, виноградник. Виноградник, виноградник. Я, кстати, не помню, что это за виноградник, блин. Подождите, а мы вообще там были, как бы? Лодка есть? Лодка есть. У меня такое ощущение, что мы вот здесь не были. У меня стойкое ощущение, что мы здесь не были. Мы не знаю. Может, сюда нам и надо по сюжету? Блять, ёб твою мать, точно, походу. Сука. Ого, тут две комнаты. Блин, слушайте, очень... А, обратно, обратно могу. Я хочу рыбу найти. Нам надо рыбу найти. Давайте в другую сторону поплывем. Мы здесь знаем, чего. То есть тут есть место, которое мы еще не были. А вот с другой стороны мы еще не обследовали. Я понимаю, что долго. Но мне нравится, блядь. Ничего не могу с собой поделать. Вот, значит, здесь мы проплыли. Здесь мы проплыли. Сюда, может, и плыть-то нельзя, блин. Тут, кстати, под уклон идет как-то.
Я надеюсь, обратно эта лодка взберется, блядь. Потому что я сюда хрен попаду потом. Нет, тут есть причал. Фу, блядь. А, это куда тогда? Охренеть, блядь. Так. Это что у нас так? Тоже, блядь, какое-то неизвестное место. Обалдеть просто. Пещера. Я не очень хочу туда заходить, на самом деле, блядь. Как-то... Желание пропало, блядь. Да и не было его. И что? Бляха-муха. Ну ладно, хрен с ним, мы там сохранились нормально. Что это такое? Да продавано бы найти. Мне очень любопытно посмотреть, сколько ожерелье Димитрески стоит. Вот это вот, которое мы собирали хреново тучу времени. Это тут чего за херня такая? Где я хоть? Место ритуала? Погоди. Не страшно нихуя, не пиздите. Ёб твою мать, тут сколько всего. Это что такое? Древняя монета. Изучить. Чемодан. Взять. Цевьё. Так, подожди, блядь. Мины, нахуй. Фугасы. Да ебать тот рот. Свет шумовой. Нет, не могу. Сука! Как печально. А мины могу? Мины не могу. Мин 5 штук. Ой, блядь, мин 5 штук. А это вот для чего? Цевьё. Модуль, повышающий скорострельность. Это 800... О, блядь, так это же от этого самого. Погоди, от тебя. Точно, блядь. Ну, не закрыть, погоди, как закрыть, нахуй? А как соединить-то, блядь? Эй! Да, я понял. Надо заново просто снаряжение открыть. Использовать? Сюда давай. Есть! То есть у нас появилось два места. Давайте... Свет шумовой не хочу, я хочу фугас бы взять, конечно. А что это за монета-то? Древняя монета. Зачем, блядь? Пистолетные патроны. И я бы, наверное, даже предпочел в ящик какой-то сыграть этот самый. Давай фугасы возьмем. А пистолетные... Все, нахуй. Пистолетные уже не могу. Ну, давайте посмотрим, что на компе. Секвенирование ДНК завершено. 99,95% родства с мутамицелием из Далви. Разницу в 0,05% вероятно составляют изменения невероятно намеренно внесенные людьми. А значит, это наверняка есть источник. Необходимо выяснить, что именно соединение нашли и извлекли образец плесени. Необходимо выяснить, как именно соединение нашли и извлекли образец плесени. Соединение. Что такое соединение, интересно? Колония грибов разрослась под всей деревней. Если вспомнить инцидент в доме Бейкеров, зараженные мутамицелием, входили в сеть коллективного разума. Если здесь случай аналогичный, то и этот организм хранит в себе данные. А как так? А раз так, какие данные нужны Миранде? Стоп, тут какие-то грибы тоже, блядь, да? Под всей деревней выходит. То есть от этого у всех глюки, блядь. Я так полагаю, что я отсюда. Так просто не выйду, блядь. Бля, не попал.
Деньги. 780. Ох, блядь, там оно живое, нам. Ха, сука, это же вот из седьмой части, по-моему, да? Какая-то такая ебала была. Ладно. Пойдемте отсюда, наверное. Но там сейчас, наверное, завалит тут проход, нахуй. Я прям чувствую. Нет, нет. Мы, представляете, вышли просто, блядь. Хорошо. Хорошо, у нас там есть патроны. Надо, хочу сказать, не забыть бы, но я забуду через 5 минут. Поэтому хуй с ними. 30 пулек. Рыба, блядь, нашли. Рыба. Кстати, вот эта рыба какая-то превосходная рыба. Да ебаный ты рот. Да ну как, нахуй. Ну как, твою мать. Фугасы, блядь. Сука. Рыба-то мне нужна, блядь. Я предлагаю сейчас что-нибудь выкинуть. А чё, блядь, выкинуть-то? Отмычки, блядь. Нет, отмычки выкидывать не будем, конечно. Я бомбу выкину, нахуй. Так. Выбрать. А мне выкину, изучить быстрый доступ. Хм. И я просто тупо выкину что-то их нахуй. Ну ладно. Так, ладно, рыбу, блядь, сейчас возьмем. Все, рыбу взяли. То есть, по сути, вот теперь можно идти туда. Сколько времени-то? Нормально. Здесь у нас остались лишь патроны. Где снаряжение? Превосходная рыба одна. Превосходная рыба одна. А аптечек? Бля, аптечку. Аптечек аж 5 штук. Тоже до хера. Значит, там какие-то грибы, блядь, растут по всей под всей деревней. Может, это мне самому все глючит, блядь. Я очень переживаю, что Крис Редфилд, блядь, здесь показан злодеем. Блядь, не туда припарковал! Погоди, погоди, погоди. Не туда припарковал, ёб твою мать. Дальше надо идти. Плыть, точнее. Ну, идти, блядь. Если уж выражаться морскими терминами. Идти вдоль по реке. Вверх по реке. Даже течение-то у нас... Сейчас против течения плывем, как я понимаю. Как я вижу. Ну-ка. Нет, в гору лодка. Вверх лодка плывет. Все. Конечное. Конечное. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас сохранюсь, бегаю, блин, потому что... Потому что ну ее нахуй, как говорится, идти в незнакомое место без сохранения. Сохранение. Есть. И валим. Теперь валим отсюда. Валим в тот замок. Но я не уверен, что здесь... Этот Граунберг, блядь. Гейзенберг. Гейзенберг будет, блядь. Потому что... говорили же там какой, на какой-то он фабрике, блядь. А мы фабрику-то видели издалека с вами. Тут надо что-то поджечь. Вверх, блядь, а как? А как поджечь? Не откроется что-нибудь? Блядь, все закрыто, да? Сука. Надо что-то вот как-то поджечь вот эти вот. А, там впереди еще есть дорога. Бляха-муха. А я не могу сдвинуть. Погоди-ка. Угу. Тогда так. Тогда так, тогда так ебанем. Открыто. 2500, нахуй. Ёб твою мать, 1200, 300, 500, 500.
2500, охренеть. Так, ладно, сейчас этот остановится. Я даже не знаю, как это назвать, блядь. Кадила, блядь. Давай, опа. Загорелось. Тут кто-то выполз. И кто-то выползает вновь. И кто-то выползает вновь. Ёпта, блядь. Все, сдохну. Доползался, блядь. Патроны пистолета. Патроны для дробовика. Блять. Там кто-то ползет еще, по-моему, да? Приполз, блядь. Патроны для пистолета. Ёб твою мать, а ну как вот, сука, это обидно, а? Ну нету патронов просто, блядь. Ой, я подобрал. Они так и будут тут лечь, что ли? А чё с них ничего не выпадает-то? И для дробовика нету места. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, вперед. Блядь, еще что-то? Да вы заебете нахуй. Заебете. Тут что-то, кстати, еще надо поджечь. Так, как вот это вот сделать? Опа. Патроны для снайперской. У меня что-то такое стойкое ощущение, что надо поджечь вот эту ебалу, блядь. Они и так там и будут лезть. Иди сюда. И не зря у него тряпка там, блядь. Горит, горит, горит. Воу-воу. Иди, 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 иди. Иди сюда. Бегом, 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 бегом. Смотри, смотри, что делаем, блядь. Ну? Есть, нахуй! Пиздос, нахуй. Пиздануться, блядь. Это что, нахуй, за фокусы? Золотая статуя госпожи. Патроны револьвера. Где? Это чисто, блядь, клад, блядь, лежит. Золотая статуя госпожи. Все, а тут по сути больше делать нехер. Мы чисто за кладом ходили. Хуй там плавал. Там еще что-то есть. А, там тут патроны лежат. А в этой комнате? Посмотрим повнимательней. А в этой комнатушке что-то? Что-то тоже лежит? А где? Ничего не блестит. Может, какой-то камушек, как обычно, наверху он бывает. А, блять, а здесь для снайперки. Все понял. Все понято. Сука. Сука. Как это обидно, блин. Оставлять всю снарягу здесь. Ладно. Идем дальше. Идем дальше. 102 патрона у нас есть. Угу. Сейчас можно, кстати, сходить к продавану. Продаван здесь очень близко. Посмотреть, сколько денег стоит статуя, которую мы только что нашли. Золотая, причем она весит херу тучу. Монеты какие-то там, блядь, находили мы, еще что-то. А, ожерелье, в конце концов. Сколько все это стоит? Вот в чем вопрос. А потом уже дальше пойти по основному заданию. Сейчас мы по Бырику добежим. Тут бежать прям минуту, блядь. Патроны снайперские, которые я не могу взять, блядь. И рыба у нас, кстати, есть. Тоже можно сейчас что-нибудь приготовить. Там вроде бы из рыбы-то что-то, какое-то блюдо было. Ну вот, собственно, мы уже и пришли. Эй, ты, хуила. Итак,
Сейчас мы глянем инвентарь. Сейчас мы посмотрим. Я даже создать ничего не могу, что ли? А мне места нету, блядь, все правильно. Где? Это не соединяется. Это мы уже все соединили. Это целиковое, очень ценное. Статуя Димитреску. Нарциссизм в чистом виде. Древняя монета. Искусно выкованная монета. Похожа на монету из дома Бейкеров. Ценная. Да, кстати, там монетки были в доме. О, чудно. Я как раз думал, чем бы себя занять. Древняя монета. 8000. Раз. Ожерелье. 50000. Два. Это, по-моему, самое дорогое, что мы продавали. Золотая статуя госпожи. 20000. Это мы на 78000 наторговали. Неплохо, я могу сказать. Очень неплохо. 230000. А еду мы можем какую приготовить? Так, рыба. Блять, птицу надо. Ёб твою мать. А здесь... Во! Навсегда ускоряет передвижение. Сермале де песте. Превосходная рыба здесь. Здесь превосходной рыбы не надо. Ага. Давайте сделаем. О, спасибо. Ну? Так как готовить-то, блин? Подожди. А, бля, рыбы 6 надо. Подожди, нет, 6 это у меня было. 6 одна. Погоди, что за ебаный рот? Куда я рыбу-то всю дел? Ну? 5? Стоять, блядь. Блядь, мне рыбы, что ли, не хватает? Я что-то не пойму нихера. Нужно 6? А у меня 5 было? А по-моему, у меня... Да, или наоборот ли, блядь, 5? Да, по всей видимости, рыбы не хватает. Угу, одной. Ёбаный рот. А как это убрать-то, блядь? Ладно, хуй с ним. Оружейное. Значит, ты жив. Оружейное. Припасы. Припасы. Блять, с рыбобъебос получился на самом деле. Давайте урон 1900 захуели. С удовольствием. 1900. Ну мы там, кстати, немного места освободили. Заходите еще. Рыбу выкинули, да, у нас тут место немножко есть. Теперь. Так. Так. Так, ну, блять, хоть что-то, блядь. Еще сколько? 5 ячеек. Хоть что-то. Сохранимся. Сохранимся. И все. На сегодня, господа и дамы, все. Продолжим наше похождение по этой деревне уже в следующей серии. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.